Сегодня в начальных классах Вуктыла учатся почти 600 ребят. Вопрос об их переводе из здания бывшего центра внешкольной работы в общеобразовательные школы города поднимался уже не один год. И вот, наконец, он будет решен. Детей примут городские школы номер 1 и номер 2. На их ремонт было выделено 7 миллионов рублей. На сегодняшний день администрациями школ принимается решение об определении конкретной даты для перевода своих обучающихся из здания начального звена в здание средней общеобразовательной школы. Ремонт кабинетов, санитарных узлов, рекреации, раздевалок, замена освещения – все работы должны были быть выполнены до конца сентября, однако процесс затянулся. И все же в первой школе ребята смогут сесть за новые парты уже в начале зимы. Светлые, уютные, а главное – теплые кабинеты. Осталось завести мебель и учебные пособия. Мы закончили практически уже ремонт, окончен, остались небольшие нюансы, некоторые такие, они несущественные, не влияют никак на перевод детей из начальной школы, и планируем осуществить переезд к 1 декабря. Иная ситуация пока складывается во второй школе. Подводит подрядчик. Чтобы устранить все недочеты, понадобится время, а потому переезд решено отложить до начала нового учебного года. Ремонтные работы были завершены только в начале ноября. И, к сожалению, даже на сегодняшний день, после того, как прошло некоторое время, обнаружены некоторые недоделки в этих ремонтных работах. В частности, это касается окон, которые у нас были заменены в некоторых кабинетах. Безусловно, важно доделать ремонт не столько быстро, сколько качественно. И именно этому здесь уделяется особое внимание. Ведь судить о проделанной работе будут, конечно же, дети и учителя. И сегодня важно сделать все для того, чтобы в будущем процесс обучения был комфортным и каждый ребенок шел в школу с радостью. Ксения Лосева, Василиса Гречнева, Илья Бузанов, телеканал «Юрган Вуктыл».